Сегодня в одном из супермаркетов города стартовала необычная акция. Покупки тимиртаусов упаковывают не в привычные полиэтиленовые пакеты, а в экологически чистые сумки. Таким образом, организаторы акции надеются подтолкнуть тимиртаусов навсегда отказаться от использования загрязняющих город пакетов. Абсолютно бесплатно в супермаркетах города мы их будем вручать на безвозмездной основе сумки многоразового использования, мотивируя покупателей на то, чтобы в последующем в супермаркет, на базар, в любой магазин люди ходили с этими экологически чистыми сумками, не употребляя, не покупая пластиковые пакеты, которые в последующем загрязняют экологическую среду. Организаторы акции подчеркивают, их биологические сумки очень практичны в использовании. Срок службы такой сумки в зависимости от частоты использования может доходить до полугода. А после того, как она пришла в негодность, ей предлагают выбросить мусор. Ведь в отличие от полиэтиленовых пакетов, которые разлагаются в природе более 500 лет, эти сумки не нанесут никакого вреда экологии. Пакеты из нетканного материала, которые разлагаются в окружающей среде в течение 12 месяцев при воздействии открытых ультрафиолетовых лучей. Кроме того, при разложении не наносят вреда окружающей среде, то есть не выделяют токсинов. Кроме того, данные пакеты могут быть использованы, то есть подлежат полному рециклингу, переработке и в дальнейшем могут использоваться повторно. Тимиртаусам новые сумки пришлись по душе. Практичные хозяйки намерены и в дальнейшем использовать их в быту. Удивило, что пакеты заменили полиэтиленовые на экологически чистые. Вместо пакета будете ее использовать? Ну, если она достаточно прочная, кажется, почему бы и нет, конечно, буду. Мне проще знать, что это экологически чистое сырье. Полиэтилен, всем известно, насколько он вреден. Я, так как работаю в школе, мы с детьми тоже отрабатываем экологические ситуации различные. Да? То есть мы за то, чтобы экологически чистые пакеты употреблялись в большем количестве. Потому что мы знаем, что пластик очень долго перерабатывается, если он не уничтожается конкретно в каких-то целенаправленных местах, да, то в почве он очень долго перерабатывается и большой вред наносит. Ну, она многоразовая, наверное, просто и все. Ну, конечно, тогда, если она многоразовая, то можно с ней ходить надежно. Потому что полиэтиленовым я не доверяю, они меня подвели один раз. Оторвалась ручка на улице. А это, наверное, надежное. Я хожу со своей сумкой, ну, а сегодня иду вот с магазина. Только за один день проведения акции биологически чистыми пакетами обзавелись более 100 тимиртаусцев. Акция «Экопакет» будет проходить в Тимиртау до конца недели. Уникальные сумки будут раздаваться во всех супермаркетах города. Всего планируется подарить людям порядка 700 сумок. Анна Калинина, Дмитрий Поленов, новости Тимиртау.